Теперь придется думать, что удалять, а что оставить. С другой стороны, рыбки могут переехать на карту памяти. Найдите приложение «Мои файлы» в меню устройства и откройте его. Теперь необходимо найти папки большого размера. Чтобы это сделать, выделите любую папку. Нажмите на нее и подержите несколько секунд. Нажмите опции в правом нижнем углу и выберите «Свойства» или «Сведения». В пункте «Размер» будет отображаться объем, который занимает папка. Если папка занимает много, больше 300 мегабайт, лучше перенести ее на карту памяти. Для перемещения опять выделите папку, нажмите опции и выберите «Переместить». Для удаления – «Удалить». Можно перемещать не только папки, но и отдельные файлы, которые в них хранятся. Выберите пункт «Карта памяти», а затем «Готово» или «Переместить сюда». Так. Битва за свободное место продолжается. Будем чистить мессенджеры. Если у вас много места занимают мессенджеры, то, скорее всего, память заполняется картинками, видео, стикерами и голосовыми сообщениями. Рекомендуем отключить автоматическое скачивание файлов. В WhatsApp в списке чатов три точки справа вверху, потом «Настройки», «Данные» и «Хранилище». В разделе «Автозагрузка медиа» в пунктах «Мобильная сеть», «Wi-Fi» и «В роуминге» надо снять все галочки. Также в пункте «Хранилище» вы можете посмотреть, сколько места занимают файлы для каждого контакта, и удалить их, выбрав контакт и нажав кнопку «Освободить место». Если много памяти занимают другие приложения, то, скорее всего, память заполняется кэшем. Можно попробовать удалить его для каждого приложения. Для удаления кэша откройте меню «Настройки», «Приложение» или «Диспетчер приложений», выберите приложение, для которого нужно удалить кэш. Память «Очистить кэш». Подробнее об этом вы можете узнать, пройдя по ссылке в описании. Samsung Service – это спокойствие с гарантией.